Получение Forex License на Кипре. Требования и условия. Специализированные финансовые департаменты. Относительно простая процедура получения Forex лицензии. Налоговые льготы для брокерских компаний. Всеми этими преимуществами обладает Кипр. Республика стала сосредоточением торговых фирм, основных выходцев из стран СНГ, России, Украины, Грузии, Беларуси, а также восточных государств. Брокерские лицензии Кипра дают возможность предоставить услуги в любой юрисдикции на территории ЕЭС, Европейского экономического союза. С 2001 года оформляются Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам CISEC, Cyprus Security and Exchange Commission. Получить Forex лицензию, Forex License Кипра могут компании, классифицированные как CIF, Cyprus Investment Firm, которые являются аналогом российского понятия «участники рынка ценных бумаг» на профессиональном уровне, но в более широком смысле с охватом Forex рынка. Однако, не следует путать лицензированные инвестиционных фондов, страховых и финансовых учреждений с выдачей лицензий кипрским инвестиционным фирмам. Здесь действуют другие законы и механизмы регулирования работы. Общие сведения о кипрских инвестиционных фирмах. Вполне справедливо звучит заявление, что лицензия Forex на Кипре остается лучшим вариантом открыть для себя Евросоюз. Как и в других юрисдикциях, здесь существуют некоторые сложности с оформлением разрешающего документа. Но при соблюдении специальных и дополнительных требований, а также наличии полного пакета документов согласно местным законам, получить Forex License могут как компании, так и индивидуальные трейдеры. Кроме легального присутствия в любой стране с членством в ЕС, авторизация и лицензирование кипрской CISEC подразумевает повышение репутации вашей компании, которая попадает в так называемый «белый список» – перечень официальных брокеров, публикуемых на специальном ресурсе. Стоит ли говорить, что такой шаг существенно повышает доверие клиентов и авторитет брокера-дилера? Forex License на Кипре начинается с регистрации кипрской инвестиционной фирмы, деятельность которой включает управление профессиональными инвестициями, брокерские дилерские услуги на рынке ценных бумаг, инвестиционные консультирования, консалтинг, работу с коллективными инвестициями, управление transferable, обращаемыми ценными бумагами, работу с производными финансовыми инструментами и так далее. Открытие и дальнейшая деятельность Cyprus Investment Firm регулируется специальным кипрским законом, который вступил в силу в 2007 году и с некоторыми поправками в 2009 году. В законодательном акте четко обозначены финансовые инструменты, которыми может пользоваться инвестиционная компания, получившая Форекс-лицензию на Кипре, а именно: первое. Производные контракты на биржевые товары регулируемых рынков, предлагающие выполнение фактической поставки. Второе. Доли, паи в компаниях по работе с коллективными инвестициями. Третье. Контракты CFD на разницу цен финансовых инструментов. Четвертое. Форварды, фьючерсы, опционы, свопы, а также иные контракты по ценным бумагам, валютам, процентным ставкам. Пятое. Контракты commodities, предлагающие реальные денежные выплаты. Шестое. Инструменты по переводам кредитных рисков. Седьмое. Обращаемые акции, облигации, прочие ценные бумаги. Восьмое. Финансовые инструменты денежного рынка. Если говорить о сроках создания такого юридического лица, процесс занимает от 6 месяцев, но в некоторых случаях может прийти полный отказ, что следует учитывать, планируя открыть инвестиционную компанию на Кипре. Основные и дополнительные требования к лицензируемым кипрским СИФ. Согласно действующему законодательству,
SciSec позволяет авторизироваться и получить Форекс-лицензию на Кипре только зарегистрированным юридическим лицам, выполнившим все требования. Если рассматривать основные условия, компания SIF должна выполнить требования к минимальному уставному капиталу от 125 тысяч евро для STP, от 730 тысяч евро для Market Making. На должность директора назначить лицо со статусом профессионального инвестора. Арендовать, приобрести в собственность полноценный офис с минимум 4 директорами. Собрать полный перечень документов, связанных с брокерским бизнесом или деятельностью в качестве трейдера. Согласовать с регулярным органом кандидатуры ключевых сотрудников в отношении их профессионального опыта и репутации. Предоставить бизнес-план с финансовым прогнозом минимум на 3 года деятельности. Разработать и согласовать с регулятором руководства по эксплуатации, управлению рисками и ALM. Назначить внешних и внутренних кипрских аудиторов. Определить риски менеджеров и специалистов в отношении комплаенса. Предоставить анкетные данные всех директоров и акционеров. Подготовить справки об отсутствии судимости на каждого директора в 2 исполнительных и в 2 неисполнительных, а также на каждого акционера кипрской инвестиционной компании. Лицензия Forex на Кипре предусматривает создание совета директоров, который будет управлять новым юридическим лицом с регистрацией в кипрской юрисдикции. Каждое лицо обязано обладать достаточным уровнем опыта и квалификации в инвестиционной деятельности. 2 из них должны иметь резиденцию Кипра. Дополнительными требованиями и условиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам КСИФ являются особенности организационной структуры. Все инвестиционные фирмы юрисдикции должны иметь адекватную политику и специальные механизмы решения разработанных ситуаций, возникающих при работе с финансовыми инструментами. Клиент должен быть надежно защищен от конфликтов инвесторов, что обеспечивается разработкой специальных механизмов по решению подобных вопросов. Также Форекс-лицензию Кипра не выдается компаниям, не проводящим процедуру идентификации клиентов в рамках комплаенса, что может привести к работе с нелегальными доходами и бизнесом, скрывающимся от налогов. Дополнительные требования кипрским инвестиционным фирмам для получения Форекс-лицензии. Существуют определенные условия, при которых вновь созданные инвестиционные компании Кипра могут быстрее и легче получить разрешение на инвестиционную деятельность. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам более лояльно относится к фирмам, которые имеют полноценный административный офис, расположенных в пределах юрисдикции, а также ведут полноценную брокерскую, дилерскую деятельность именно из Кипра. Потенциальным основателям кипрских SIF необходимо помнить, что Форекс-брокеры должны объявить установленный капитал не менее 125 тысяч евро. Необходима тщательная подготовка политики проверки клиентов по процедуре Know Your Client. Привлекаемые в компанию участники-сотрудники не должны быть объявленными банкротами или пребывать в стадии ликвидации. Состав совета директоров формируется из 4 профессиональных инвесторов, юридических или физических лиц. Получить Форекс-лицензию на Кипре можно только после оплаты специального взноса в Центральный банк Республики. Официальный срок для вынесения решения органам Cyprus Security and Exchange Commission – 6 месяцев. При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанного пункта компания не может получить лицензию для инвестиционной деятельности в качестве SIF. Как выглядит процесс получения Forex License на Кипре? С одной стороны, кипрский регулятор устанавливает довольно жестокие требования к инвестиционным компаниям.
с другой – достаточно лоялен в сравнении с некоторыми другими государствами, где работа отдельных брокеров и создателей рынка регулируется очень жестокими правилами и актами. Если разделить процедуру оформления лицензий для брокеров Кипра на этапы, выделим следующее. Первое. Регистрация инвестиционной фирмы Кипра СИФ. Второе. Оформление корпоративного банковского счета с депонированием капитала. 3. Сбор и подача необходимых документов в САИСЭК. 4. Получение лицензии в течение 6 месяцев от даты подачи документов при выполнении всех обязательных и дополнительных требований. Иностранным инвесторам и бизнесменам, планирующим работать в ЕС в качестве отдельного брокерского агентства или создателя финансового рынка, следует помнить, что все документы на регистрацию кипрской инвестиционной фирмы и получение соответствующей лицензии подаются только на греческом или английском языке. Перевод должен быть нотариально заверен и легализован, в чем помогут наши кипрские представители. Если получение лицензии Форекс на Кипре сопряжено с необходимостью доказать реальное экономическое присутствие в других странах Европы, наши эксперты помогут установить в зависимости от уникального набора требований конкретного государства. Опытные брокеры отлично знают, что именно с кипрского лицензирования начинается внедрение в ЕС, так как при возможности предоставлять услуги в любой стране Евросоюза кипрские компании получают сравнительно простой и короткий путь к авторизации САИСЭК. Важные сведения о брокерах Кипра и Форекс-лицензиях для работы на финансовом рынке. СИФ Кипра обязан хранить всю бухгалтерию и финансовую документацию в зарегистрированном кипрском офисе. На основании этих документов комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает деятельность компании и определяет ее статус как фирму, предоставляющую регулярные инвестиционные услуги. При признаках нерегулярности предприятия может быть лишено Форекс-лицензии и ликвидировано. Дополнительно такие компании должны разрабатывать процедуры проверки сотрудников на соответствие занимаемых должностями, обеспечить управленческий и административный учет, принять механизмы решения споров и снижения операционных рисков. Получатели лицензии Форекс на Кипре в обязательном порядке создают специальный архив с хранением всех записей в отношении инвестиционной деятельности. Авторизация в САИСЭК также позволяет предоставлять брокерские услуги нерезидентам Кипра, включая граждан и компаний из третьих стран, если сделки заключаются в пределах кипрской юрисдикции. Получить Форекс-лицензию на Кипре с лицензированным агентом. Услуга достаточно популярна для тех брокеров и создателей финансового рынка, которые ориентируются на присутствие в ЕЭЗ, Европейской экономической зоне. Без кипрских лицензий достаточно сложно стать полноправным брокером на территории ЕС, поэтому государство нередко используется как старт полномасштабного европейского бизнеса в инвестиционной области. Если регистрируется полноценная СИФ, требования к резидентности выдвигаются только к 2 из 4 директоров. Однако, важно учитывать, что все компании, планирующие предоставлять только дополнительные и сопутствующие услуги, например, консультирование, выполнение задач инвесторов и управление инвестиционными инструментами, не подлежат регистрации в кипрской юрисдикции. Получение лицензии Forex на Кипре также невозможно для фирм, занимающихся кредитованием и оформлением займов для инвесторов, предприятий по хранению ценных бумаг и других финансовых инструментов, исследование инвестиций и финансового рынка. Депозитарные услуги также не относятся к основным инвестиционным услугам и не предполагают регистрацию СИФ. Отметим, что регистрация компании, включая инвестиционную деятельность, на Кипре возможно только при наличии лицензированного агента, который является местным адвокатом. Какие требования нужно выполнить для получения Forex License на Кипре?
Если инвестиционная компания регистрируется как брокерский агент, необходимо уставной капитал от 125 тысяч евро с документами, подтверждающими доступ к нему. При открытии такой фирмы в качестве создателя рынка минимальный размер капитала от 730 тысяч евро. Компания должна иметь полноценный офис, совет директоров, в котором два директора – исполнительные лица, остальные два – неисполнительные лица. Все СИФ Кипра, претендующие на лицензию SISEC, не могут предоставлять только сопутствующие инвестиционные услуги. Такие фирмы не подлежат регистрации и лицензированию на Кипре. Управлять компанией необходимо из Кипра. Должность директора могут занимать профессиональные инвесторы. Можно ли купить готовую компанию на Кипре с Форекс-лицензией? Да, ограничений по продаже и покупке брокерских компаний на Кипре нет. Однако необходимо знать, есть ли в продаже такие предприятия в данный момент. Также необходимо помнить, что при смене владельца в обязательном порядке необходимо осуществить переход фирмы в собственность другого лица и зарегистрировать необходимые изменения. Процедура требует большого периода времени. В некоторых случаях гораздо проще открыть собственную инвестиционную компанию и начать полноценную деятельность через 6 месяцев при условии соблюдения всех требований комиссии. Для определения периода перехода или открытия новой компании нужно изучить конкретный случай, для чего лучше связаться с нашими экспертами. Сколько стоит регистрация инвестиционной компании на Кипре с оформлением лицензии SISEC? Учреждение инвестиционной компании на Кипре с помощью лицензированных агентов стоит от 43 тысяч евро, куда входит полная медиация с государственными органами и профессиональная юридическая подготовка необходимых документов. Для продления лицензии Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам должна видеть реальную и регулярную деятельность инвестиционной компании, что подтверждается документами из специального созданного архива такой фирмы. Стоимость подачи заявления на получение Форекс-лицензии Кипра от 400 евро, ежегодная плата за администрирование СИФ от 20 тысяч евро.